Еще раз привет всем. Надеюсь, выпили кофе, перекусили, чуть-чуть отдохнули. Да, как сказали, я буду расскажу, как лучше начать карьеру тем, кто сейчас учится, кто уже начал и хочет поменять или что-то изменить, на что нужно обратить внимание, где наверстать упущенное или стать просто более классным специалистом в той компании, где вы сейчас работаете. На эти темы я попытаюсь ответить. Как мне предложили на это внимание обратить в докладе. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, чтобы набросать чуть-чуть, о чем мне стоит поговорить в области карьеры. Есть какие-то идеи? Вот девушка симпатичная. Есть идея. И какой вопрос беспокоит в области начала карьеры или развития? Вы готовы джуна взять? Готовы ли мы взять джунов без опыта работы? Ответ – да. Я объясню, каким нужно быть джуном, чтобы попасть к нам. Может, еще есть какие-то вопросы? Спасибо. Николай. Как попасть в IT-сектор, если ты не разработчик, не программист, а если ты гуманитарной направленности? Отличный вопрос, тоже отвечу. Так, и, наверное, давайте еще один, третий. Есть кто-нибудь? Вот тут ребята не хотят. Ничего не интересно? Окей, вопрос уже был задан, говорят. Супер. Собственно, приблизительно так я это и видел. Предлагаю разделить это выступление на два этапа. Первый я расскажу, каким нужно быть специалистом, что нужно учить, как быть максимально готовым для классного старта вашей карьеры в любой из компаний. А второй частью я расскажу, где лучше начать эту самую карьеру, в каком месте, в какой роли и так далее. Поехали. Значит, насчет вашего фундамента. Слава богу, мы учимся, наша система образования унаследовала советскую структуру. Очень сильные у нас фундаментальные науки. На Западе они называются STEM. Чтобы ваш фундамент стал шире, более международным, я рекомендую рассмотреть какие-то дополнительные курсы, тренинги в области введения в программное обеспечение, в software. И как ни крути, без английского далеко невозможно уехать. Поэтому о нем мы тоже поговорим. Собственно, насчет фундаментальных наук. Здесь, слава богу, все в порядке. Мы там в чуть ли не в 8 классе алгоритмы считаем, насколько я помню. По крайней мере, когда я учился, было с этим много. Задачки с канави. Тут, слава богу, все отлично. Физика. Сейчас в школах есть робототехника, информатика. Здесь мы впереди планеты всей. Одна из лучших стран в области такого образования. И если у вас там имеются какие-то пробелы, неважно, на какой стадии вы находитесь, очень стоит обратить на это внимание, заняться устранением их, потому что современные технологии усложняются, и чтобы быть действительно востребованным специалистом, вам нужно не просто уметь применять фреймворки, а быть инженером, разбираться в алгоритмах и знать, как это работает изнутри. Как это можно, где это можно наверстать и улучшить? Здесь навскидку те курсы, которые мы рекомендуем студентам без опыта, с хорошим знанием предметной области, но им не хватает небольшого пласта знаний, чтобы пойти к нам на стажировку. Мы рекомендуем проходить введение в Computer Science от Гарварда. Это бесплатный курс. Кстати говоря, он стартовал 22 октября, он только начался. Каждый может зайти по этой ссылке и принять там участие, и получить не просто знания в виде задачи видео, но и получить обратную связь от преподавателей и комьюнити. Много более не таких динамичных программ, как Khan Academy, Coursera, Udemy. Очень много курсов по различным направлениям. От искусственного интеллекта и заканчивая чем-то простым, как синтаксис, как алгоритмы и так далее. Есть русскоговорящие курсы от Яндекса, очень отлично. Много других программ, которые вы можете найти просто вбив в Гугле, которые появляются, могут быть успешными. К нам приходят молодые специалисты, которые смотрят блогеров, которые тоже рассказывают полезные вещи из индустрии.
вы получаете словесный аппарат, вы владеете сленгом, вы понимаете, какие знания нужны, у вас есть уже так называемая вот эта чуечка, что нужно учить, что в тренде. Поэтому стоит посвящать время на дополнительное образование. Почему английский? Половина курсов, даже 90%, которые я там перечислял выше, они на английском. И, к сожалению, или к счастью, английский был выбран в научной среде как основной язык. И все исследования, все первоисточники, они публикуются на английском. Даже если какой-то там новый алгоритм или еще что-то был открыт белорусами, россиянами, итальянцами, все равно исследование будет опубликовано на английском. И если вы здесь имеете пробелы, это самый важный скилл, который относится к soft skills, который нужно поднимать для того, чтобы быть серьезным фундаментальным специалистом, чтобы вы получали информацию с первого источника и в полном объеме. Потому что если вы будете ориентироваться на переводы, во-первых, это задержка минимум на 6 месяцев, и потери в качестве. То есть банально вы будете отставать от рынка минимум на год, потому что вам нужно еще 6 месяцев подождать, пока это появится на русском, а потом еще 6 месяцев освоить технологию. Таким образом, вы никогда не попадете вот на этот гребень волны, чтобы быть востребованным специалистом в какой-то очень экстремальной конкурентной нише. По моему опыту, сужу по себе, это субъективно мое такое имхо, начиная с B1, B2, вы сможете свободно смотреть видео, ставить его на паузу, что-то непонятно перематывать. После этого момента вам станет намного легче дальше улучшать английский и развиваться в области. То есть нужно до B2, у кого ниже, терпеть, учить, брать друзей, путешествовать везде, где есть возможность практиковать английский. И это реально очень необходимый скилл. Внизу есть ссылка, где можно пройти тест, понять, какой у вас уровень. Если у вас B2, очень повезло. Если выше, супер. Если у вас выше, чем C1 или C1, вы можете претендовать на менеджерские позиции, на роли sales, на бизнес-аналитика. Вы уже, в принципе, разговариваете быстро на языке и понимаете на слух. Собственно, это мы быстренько пробежали фундамент, который нужно подтянуть, если есть пробелы. Если есть пробелы, заниматься. Если нет, то супер, вам повезло. Расскажу, что делать дальше. Что с этим дальше делать на практике. Собственно, вопрос был, что делать, как найти работу, если нет практики. Очень такой сложный вопрос, очень без опыта не берут. Где этот опыт взять? Очень сложно. Многие стоят в тупике, что с этим делать. У нас были на собеседованиях и уже работают ребята, которые прошли по нескольким этим итерациям, подходам, поэтому они оказались на этом слайде. Самый простой — это в университетах есть лабы, так называемые, спонсируются различными компаниями. Они не принуждают вас работать в этой компании, но дают реально фундаментальные знания с большим прицелом на то, что нужно рынку на практику. Таким образом, например, вы разработчик, вы хотите попасть в компанию, у вас нет опыта, у вас есть вариант пойти в одну из лаб и начать там делать вещи в учебном режиме, но уже максимально приближенные к реалии. И в конце любой лабы обычно есть какой-то более-менее серьезный проект, который уже можно сказать чем-то приближенному к жизни. Даже если вы разработчик и там ближайший набор на январь, у вас сейчас есть 2 месяца, можно пойти в другую лабу и поучиться на дизайнера. И это очень важно. Почему? Даже если вы не планируете быть дизайнером, когда вы пройдете курсы на дизайнера, вы поймете, что там происходит в этой области, какие там особенности. И когда в будущем вы пойдете в разработку, вам будет намного легче взаимодействовать с дизайнерами или тестировщиками, продавцами, бизнес-аналитиками, потому что вы уже проходили introduction в этот курс в виде студента. Вы понимаете, что там происходит, вы говорите с ними на одном языке, вы как специалист становитесь более ценными. Если нет возможности, если в вашем университете нет никаких лаб или, не знаю, большой конкурс, не получается попасть, есть куча обучающих программ
платных, бесплатных. Я рекомендую смотреть на те, у которых хорошие отзывы и которые имеют какие-то партнерские соглашения с компаниями и могут вас трудоустроить. Мы получаем резюме ребят, которые закончили IT Academy, другие курсы. То есть у них хорошее качество подготовки. И когда идет определенная рекомендация, вы уже попадаете на интервью. Хотя если бы вы прислали резюме без опыта, возможно, мы бы пропустили. Вот. Но это не про нас. Мы стараемся каждому отвечать и каждого смотреть и что-то советовать. И были случаи, когда ребята не проходили, писали через полгода, пройдя определенные вот эти курсы, наши рекомендации, и уже подходили на то, чтобы попасть на интервью и начать стажировку. Еще были интересные ребята, которые… У нас было два разработчика. Один автоматизировал бизнес-процессы на предприятии у своего отца. То есть он столкнулся не просто с каким-то проектом, с задачей, он решал реальные проблемы. У него был реальный заказчик. Он дожал дело до конца. Как бы этот человек, какие бы он ни имел пробелы в знаниях, он намного ценен, чем любой тот, кто просто выучил теорию и ничего не делал. Поэтому реальный опыт, он нужен в любом виде. Был у нас специалист, который сделал простой сайт для своей школы. Ничего сложного с точки зрения технологий. Я уверен, что каждый из вас может сделать сайт либо на HTML, либо на каком-то конструкторе. Но человек решил задачу от А до Я. Он сделал продукт тому или иному заказчику. Он справился с задачей, он умеет доводить дела до конца. Мы автоматически ценим этого специалиста выше. Я знаю ребят, мои коллеги, с которыми я учился. Многие из них работают сейчас в Google, в Apple на очень серьезных позициях. Некоторые переехали в другие страны, некоторые работают удаленно. Они начинали свою карьеру, просто делая какой-то проект for fun на open source. Поработали там полгода, научились, забыли, пошли в какую-то компанию, а потом к ним прилетает офер на интервью от того же Facebook. Вопрос, как нашли, я ничего нигде не публиковал, моего резюме нету. А вот так нашли open source, понравился код, увидели, что хороший специалист, попал к ним в систему, и тоже очень хороший и способ найти работу и научиться, потому что в этом open source community ваш код будет в реальном продакшене. Вы будете общаться с другими инженерами, они вам будут давать обратную связь, что плохо, что хорошо, и вы будете иметь практический опыт, что самое ценное. После того, как вы это все проработали, скорее всего, вы уже востребованный специалист. Как минимум, вы легко будете приглашены на интервью, и, скорее всего, вам сделают то или иное предложение о работе. И у вас наверняка есть вопрос, куда мне лучше пойти, в стартап или в какую-то крупную корпорацию с большим именем, где много людей. И никто не, ну, вот, многие спрашивают у нас вот на стенде, что делать, с чего начинать, кому слать резюме и так далее. Здесь мое субъективное мнение. Я работал и в стартапах, и в корпорациях, и сейчас руковожу компанией, которая стартап, о чем говорят наши шарики, единороги. Мы небольшая компания. Подходите к нам на стенд пообщаться. Мое мнение такое. Если вы уверены в себе как специалист, у вас есть этот база, этот фундамент, вы делали какой-то проект личный для друзей или где-то уже поработали, вы идеально подходите для того, чтобы брать на себя ответственность и быстрее расти. Когда вы делаете больше работы, вы быстрее растете. Это как тренажерный зал. Больше поднимаете килограмм железа, больше мышцы. Так и с работой. Соответственно, на мой взгляд, вам нужно выбрать стартап, где компания поменьше, где не так регламентированы процессы, где не так страхуются риски, которые направлены на рост. Такая компания даст вам больше ответственности в той или иной роли, и вы сможете быстрее развиваться, быстрее прокачиваться, делать больше ошибок. И из-за того, что все стартапы направлены на рост, они не придираются, где вы там забыли запятую, где не забыли. Если все-таки вы чувствуете, что у вас есть пробелы, вы над ними работаете, чтобы их устранить, у вас нет такой уверенности, что вы можете самостоятельно тащить проект, работать в нем, я бы рекомендовал рассмотреть старт карьеры в корпорациях, потому что там есть четкий регламент процессов, максимально страхуются риски,
за вами будет кто-то под страховки, кто-то на подстраховке подстраховщика, и еще кто-то там в конце еще будет перепроверять. Соответственно, если вы попробуете на себя взять ответственность, вас, скорее всего, ограничат, скажут, ты не получил сертификат X, не сделал Y, и вообще ты не поработал у нас 5 лет. Поэтому пока вот это не делай. У нас есть четкий процесс, большая ответственность, крупные заказчики, мы не хотим там фейлов и позора. Это вот минус. Но, с другой стороны, поставленные процессы, они позволят вам сфокусироваться на вашем деле. Вам не нужно думать о проактивности, о том, как написать follow-up. У вас есть задача написать код, вы пишете. Когда вам становится скучно, значит, вы устранили пробелы, вы выросли как специалист, и вам стоит либо двигаться внутри этой корпорации по карьерной лестнице. Если там нету политических каких-то подоплек, игр и так далее, супер, это отличная корпорация. Если есть, к сожалению, это вас будет тормозить, сдерживать. Я рекомендую рассмотреть компании поменьше или какие-нибудь стартапы. Значит, по компенсации, как правило, стартапы, они конкурируют с большими компаниями. У них не так развиты контакты с там… клиниками, тренажерными залами, у них хуже соцпакет. Но зато они предлагают большую зарплату. Опять же, они платят больше, потому что у вас больше ответственности. Поэтому я вот на своем опыте поделился, как я это вижу, то, что я работал и там, и там. И вам судить. Мое мнение, если вы чувствуете, что вы хорошо знаете матчасть, базу, уже есть какой-то опыт или где-то на курсах у вас получился этот опыт, вам все равно где начинать. Если вы хотите отличной карьеры, большой должности, большой зарплаты, в стартапе вам будет намного проще и быстрее развиваться. Вас ничто не будет ограничивать, кроме вашей скорости и вашего роста. Если есть пробелы, можно работать самостоятельно. В стартапе будет сложно. Лучше посмотреть на какую-то большую компанию, где более узкая специализация, и все точно сказано, что надо делать. И вообще есть какая-нибудь инструкция. Там, пришел на работу, включил компьютер, пункт 4, там будет легче. Потом тоже на себя нужно как можно больше брать задач. Показывать, что вы это освоили, чтобы вы тоже росли. Выбор за вами. Вам судить, вы лучше себя знаете. Если нужна помощь, можете подойти к нам на стенд, пройти собеседование, записаться к нам на собеседование у нас в офисе, просто пообщаться с другими компаниями, они тоже прекрасно вас могут здесь сориентировать, увидеть, что у вас хорошо, что плохо, и посоветовать, куда развиваться, так же, как и мы. Вот, мы раздали стикеры, знакомьтесь друг с другом, общайтесь, узнавайте, кто где учился, какие курсы, книги работают. Здесь контент самый ценный создаете вы. И спасибо, что вы пришли в субботу, не поленились и развиваетесь. Вот. Здесь можно отсканировать наш код, заполнить ту самую анкету или подойти на стенд. Мы будем рады пообщаться с каждым из вас и подсказать в каждом конкретном случае. А сейчас буду рад ответить на ваши вопросы, если они возникли.